motherfucker. Нажмите любую клавишу. Отлично. Жмем. Играть. Alien Isolation. Продолжить игру. Транзитная система Севастополя. Личные дневники и аудиозаписи, чтобы отвлечь внимание врагов. What's up, ребятки? С вами канал Легендс Плейрак, и я думаю, нам лучше отсюда уйти, потому что уж очень нездоровски происходит там все, что вот это вот происходит. Мы сейчас спрячемся в шкафчик, значит, и вот, собственно, чувствую себя немного безопаснее. Тем временем у нас начинаются приключения, да, довольно-таки интересные, приключенческие. Так, посмотрим на карту. Нам по карте нужно что? Нам нужно аж дохера вот сюда. Это значит, что мы справа. А, возможно, нет. Правильно, вот сюда нужно идти. Справа это вообще дохера. Думаю, нам нужно пойти через самую жоподрань. Погнали. Это будет очень сложная задача, но я думаю, что мы справимся. Да. Ой, все, мне жопа. Тем временем, куда мы валим? В самый низ, наверное, валим. Еще ниже, чем мы могли вообще спуститься. Мы вообще нихера прям в самую. Вот это далеко. У-ху-ху-ху-ху. Это уже весьма занимательно. Здесь нихера нажать не нужно, но я чувствую, что мы где-то рядом. Рядом, правда, с чем непонятно. Уже стало более ясно, что тут какой-то вход, его можно походу разблокировать. Да, смотрите, какой-то есть проход. Мы можем, не можем. Мы не можем протиснуться, но у нас есть лаз сюда. Ох ты. А как это так? А почему ты тут? Ты как-то застрял? Смотри, короче, и да, и все. Тем временем, осторожно, с птицами нельзя. Пока нам не ясно, как пройти туда, куда нам ясно, куда надо, мы блуждали по этажам и пытались тыкаться в каждую дверь. Возможно, это как-то поможет нам. Но пока... Дела шли не очень быстро. Очень страшно внезапно может появиться эта штуковина. А когда она внезапно страшно появляется, происходят всякие интересные вещи. Мы сейчас отправимся этажом ниже, посмотрим налево. Там, справа там точно делать нечего. Там, ну, все как бы очевидно, даже вероятно. Есть люк, подожди. Который можно открыть. И когда мы его открываем, мы попадаем куда? Мы попадаем сюда. Такое ощущение, как будто он сверху идет. Прямо над нами. Немного испортив воздух, мы направились дальше по туннелю искать выход. Смотри, здесь что-то есть. А, люк. Мы через этот люк... Вот это я... Так, он вроде как свалил. Ну, мне так кажется, по крайней мере... Да что такое? What the fuck, what the fuck? А может быть, нам нужно вернуться куда обратно, не? Так. Киллер щит. Вот это было прям близко. Время передохнуть. Так, смотрим, куда мы проникли. Нам бы допроникли вот сюда. Обеззараживание. Через обеззараживание вот сюда, потом вниз. Какая-то дверь. А здесь какое-то что-то. Какое-то что-то здесь. И мы, короче, где-то там. И мы пошли. Проходя мимо раздевалок, мы все пытались понять, куда нам и каким путем двигаться. Собственно, туда, куда мы... Прям страшно до жути. Куда мы там? Что мы там? Здесь какая проблема? Вот тут что? Проблема какая? Что? Вот это был у нас обработка руды, энергоблок, да? А питание нужно было подать, потому что нужно было рычаги опустить. А на второй этаж мы залезли, но толком там не походили. Мне кажется, вот вся загадка будет в конце. Придется что? Придется вернуться обратно. Или нам вниз, или нам наверх. Внизу мы были, мы находились, и нам было вот не совсем понятно, что вот делать вот с этими штуками. А оказалось-то, оказалось вот, что делать с этими.
этими штуками. Эти штуки можно отодвинуть и продвинуться дальше. Вот что происходит. Значит, собственно, что дальше? Мы попали вот сюда, и, наверное, там можно будет как-то что-то вот здесь. Поэтому очень страшно. Ни хера не видно же, а тебе нужно еще что-то здесь решить. Самое время осмотреть хлам. Это было очень близко. Смотрите, у нас есть кто-то, что позволяет нам пройти вот сюда. Это, наверное, лифт. Проект KG-348. Отлично. Можно передвигаться по вентиляционным. Проект KG-348. Что я могу сказать? Что нас здесь ждет? Что-то удивительное, что-то приключенческое или то, что мы сейчас видим перед собой? Об этом мы более подробно узнаем в наших следующих приключениях. Это был Aliens Isolation. Увидимся, ребятки. Пока.